Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Краснодаре. Сегодня мы посетим с вами Декатлон. Посмотрим, что там, почем там, как там. Я думаю, что это будет интересно. К сожалению, связь внутри, я проверил, ловит плохо. Хотели мы погулять вообще с трансляцией. Но металл, металлоконструкция. Поэтому пойдемте так. Расскажу вам вообще, что хочу себе прикупить. Ну и покажу. Фактический адрес у него — Тургеневское шоссе, 20/1Б. Вау. Выбор, конечно, здесь прям большущий. Вот по поводу подорожания. Вот эти ботиночки мы брали под 1000 рублей. Такие теперь они стоят 2000. То есть в два раза цены поднялись. Вот такие я брал зимой на распродаже за 1250, по-моему. Сейчас 2999 стоят. Тут, наверное, даже моего размера сейчас. Хотя нет, есть 48-й, но... Колеса просто бомба, ребята, если кто будет себя покупать. То есть, ну, 3000, дорого, конечно, но очень круто. Шортики вот такие я брал тоже под распродажу, 300 рублей, сейчас за 500 рублей. Но качество этих шортов у меня сколько лет, они не выгорают, ничего с ними не происходит. Я очень сильно хочу поменять вот эту курточку, которая на мне. Но мне нужен именно такой цвет. То есть надо поискать что-нибудь, найти в таком же формате. Кстати, большая тема. За 1999 можно взять какие-нибудь такие вот кроссовочки, причем они будут носиться. То есть, ну, у меня вот эти вот дорогие, я брал самую дорогую обувь в моей жизни, но они мне, видите, чуть больше года и вот порвались. Но удовольствие по их использованию я ощутил прям огромное. Очень классные, мягкие, то есть они даже порваны, я в них хожу. Это из-за того, что у меня размер ноги большой, на самом деле, они порвались. Ну, трекинговая всякая тема. Что почем можете увидеть. Уф. Как вам носочки за 1200? Один раз я раскошелился, купил себе две пары носков. Вот они примерно, вот нет, другие, наверное, вот что-то вот типа такого выглядели. В общем, я их 2 года уже ношу, им хоть бы хны. Просто качество тоже бомба. Надо думать, я делаю рекламу Декатлону, ребят. Нет, я просто... Ну, кайфую от их марки. И вот ценники раньше, конечно, были послаще. Сейчас вот ходишь, смотришь, все-таки дороговато стало. Очень-очень жалко, конечно. Ну, ты понимаешь, что ты вещь покупаешь и носишь ночь. То есть, вот смотрите, куртка Декатлон, кофта Декатлон, майка вот эта Декатлон, штаны Декатлон, кроссовки Декатлон. То есть, ходячий декатлонист, меня сегодня так и называли. 48-й даже, то есть если что, даже на себя что-то можно найти при желании. Потому что в многие магазины я прихожу, у меня 47 размер, и там на меня обуви нету. Здесь же все это есть, еще такое. Сумка для обуви. Тут 249 рублей. Ценник, конечно, блин. Подрос. Ботиночки 2799. Эх. Так ходишь, смотришь, хочется себе какую-то там обувочку взять. Ну, посмотрим, это еще не самое, так сказать. Вы, кстати, вот по носкам, вот RU-3133, интересно, на меня налезут. 169, самые, кстати, дешевые носочки стоят. Дешевле я ничего не нашел. Вот такие кроссовочки. 2499. Можно увидеть тут ценники. Померить ради интереса. Ать. Ну, 2000, ну, выглядит как-то стрёмненько на ноге, мне кажется. Ну, это вот должно как-то еще затянуться. Ну, фиг знает. Не знаю, но ощущение прикольное, хочу сказать. Она вообще почти как невесомая обувь. Но вот видите, даже на 48-м у меня палец торчит. Не знаю, видно будет это на видео, нет? В этом проблема моей обуви всей. То есть черненько вот такого я бы взял, но черненько тут стоит уже прям космос денег, поэтому идем дальше. Хотя космос, ну, 2,5, говорю, не знаю, обычно сколько это все стоит. Ой, как я штанички обожаю, но тоже цена, блин, ребят. Эх. Флис переработанного полиэстерела, 999 рублей такие стоят кофточки. Ну, не форму, мне их не нравится, а так, в принципе, прикольно было бы взять что-нибудь.
Смотрим. Ну вот штаны по 2400 стали. Было по 1000 можно взять. О, по 1000 есть. По 1499. Ремешок такой за 799 можно прикупить. Вот такой формат, ну вообще прям... Не знаю. Нет. Потому что ремешки разнообразные, крепления. А это для собак, наверное. 1200 то, что легкость и без шума. Флисовые кофты вот такого формата. Мне нравится, что и висят, и можешь сразу сам себе брать. По 2000. Были по 1100%. Но ценник, видите, в два раза поднялись. Такая курточка 3-10, но она будет очень теплая, мне кажется. Видите, почему у нее сохранение тепла. Пишут, сколько там всего подходит. Синтепончик. Я думаю, что, допустим, если пойти брать такую же курточку Колумбия, как-нибудь она будет гораздо дороже стоить. Ну вот вам, пожалуйста, костюм. Дышащий материал, регулярный уровень, 7000. Такая куртка, пипец просто. Чехлы для ружья, это я понимаю, так для охотников. Ну да, они все там 7-6 тысяч. Вот. Причем она тонкая, ребят, то есть, как понимаю, чисто камуфляж, дождевую погоду. Но она в воду, походу, не пропускает совсем, цена... Ёк-макарёк. Вон та, интересно, почему такая под оранжевое что-то сделано. Здесь такая вот толстовочка. 400. Ай-яй-яй, я прям, честно, не в восторге. Для холодной погоды. Вот здесь... О, кстати, можно себе что-то такое вот прикупить. Чисто в угар. Она тоже двухсторонняя, но она очень яркая. Слушайте, давайте померим. Слушайте, прикольно, да? То есть, ну, она, мне кажется, большевата, единственное, что на меня, но зато ее точно будет видно издалека, и в ней будет очень тепло. Блин, взять не взять, взять не взять. А тут есть еще флисовая, но флис мне, честно, не особо нравится, но тоже она очень яркая, на 100 рублей дешевле. Ну, кепок у меня вообще целая куча, тоже 600 рублей стоит, такой яркий-яркий свет. Как вам? В общем, шапочку я цепанул. Еще мне очень нравятся рюкзаки. У меня оба рюкзака идет именно декатлоновские. А нет, один я заказал с Китая, но это вообще, с которым держу. Я с ним уже столько таскаюсь. Правда, это не для охоты. Все остальное. Вот резиновые сапоги, как он? 3500, 3600. Они с утеплителем. Но в них должно быть хорошо. Интересно, есть такие, как я на северах гонял? Мне кажется, что нет. Так, я что там в охотничий залез, короче. Вот, 14 тысяч куртка, 7 тысяч куртка, 4500 штаны. Да, конечно, цены. Даже те же самые сапоги, тут 2400, но самые дешевые, да, дешевле ж нету. Носочки, вот то же самое для охоты. Здесь, если мы в соседнем смотрели, 169 самые дешевые, то здесь вот, вот как бы все дороже. И обувь. Ну, это так понимаю, чтобы именно долго ходить, не промокало. То есть... Прям для каждого типа, это для волка, это ботинки на медведя, сильные, то есть они еще тихие, то есть будете ходить по тишине. Прикольно, такие стоят 10 тысяч рублей, тадам. А такие 3999, вот здесь 10 тысяч, это вот эти вот, типа сверхклевые. Класс. Ну, такого формата камуфляжные штаны. Что-то, знаете, я просто в других местах, когда ходил в декатлонах, там не было такого выбора штанов. Вот снизу за тоже за 4 тысячи. Ай, где столько денег набраться? Клево, смотрите, ребята, там вообще 1 час 500 рублей, на стульный теннис, сквош можно играть. Спокойно приходите, играйте. Вот, квантэч тоже. 5300, ребята, такие ботинки. Огромный выбор разнообразных вон стульчиков, ну, посидеть, ну, по 2200. Такой раньше стоил рублей, наверное, 800, 1500. Здесь с рюкзаком, что ли, стульчик поставил 2000. Такой вот стульчик 299. Представляете, ребят, насколько все подорожало. Я тут смотрел ценники, я думаю, вы видели. Что это за набор такой? Комплект входный стол и два контейнера. 10600. Ёк-макарёк. Такие даже страшно смотреть. Это столик, а стульчики даже, по-моему, не подписаны. А нет, 10 тысяч вот такой стол стоит. 10 тысяч просто на природу возьми стул с собой сидеть. 10 тысяч. Так, здесь вот
рубашка за 2159 на охоту. То есть вот охотники, капитальные красавцы. 1600, что там запаковано. Понимаю, что тоже с того же дивизиона. Это у нас карповая ловля. Вот до 3000, комфорт использования. Sleeping bag, это мешок для сна. То есть можно прям так, наверное, я понимаю, ложиться на улице и спать. Раскладушка 12 тысяч. Вот для подводной охоты, смотрите, можно купить ружье. Стоимость ружья 7 тысяч, допустим. Это вот Субир, как это называется. Ружье. Натянул и все. Пошел, жгуты дополнительные продаются. Также, ну то есть 6299 даже он есть. Это вот для морской ловли самое то, наверное, будет. Здесь сачки, садки рыбакам, ну может будет интересно, покажу. То есть мне как бы не очень, я тут давно не рыбак. Да, конечно, жалко, что так все подорожало. Мешочек 1000, а нет, это что-то другое тут. Не то стоит. Вот этот зонтик, смотрите, если с собой брать куда-то. А сколько, интересно, зонтик стоит? Зонтик такой 5300, ребят. Ну, зато такой взял и пошел. О, знаете, что? Я вспомнил, сейчас зонтик увидел. Надо найти себе. У меня сломался военный зонтик. Помните, я ходил с ним, прям он клевый такой был. Ветер держал очень много и сильно. Сейчас бы новый взял бы с удовольствием. Но что-то в продаже их не вижу. Пока для ловли. Сейчас погляжу. Йок-макарек, ребята, что я нашел. Смотрите, как можно хорошо ловить рыбу. 23 400. Тут прям полноценная кровать, легкой лежи. Все, вот это люди ездят на природу. 22 тысячи. 11 99, так чисто по-бомжатски. Даже, блин, ложиться на нее не хочется. А вот, кстати, палочки, удочки почем? 3 800. 3 500. Кстати, ничего так. Ну, не знаю, правда, какая под какой-то. Причем, я так понимаю, что с катушкой даже продается. А вот уже 6500. 6500. Она уже такая более гнущаяся. Не бы разбираться еще, чтобы понять, что можно было купить, что не купить. Вот 8000 палка. Это большая, ладно. Вон те, наверное, с той стороны такие самые прикольные. Ну, для тех, кто попроще, удочка с поплавком. Можно пойти ловить за 1600 рублей. Даже грузик, крючок тебе дают в придачу. В общем, выбор здесь всего и очень много. Он поплавок поднимет 250 рублей. Клево. Раньше, когда был рыбачком, такой придешь, такой смотришь на все это. 400 рублей. Чисто набор грузиков. Больших причем таких. Все есть, ребята. Вообще, чего можно только подумать. На что только посмотреть, вон все эти приманки, заманухи, допустим, такие рыбки стоят 500 рублей за 5 штучек, такие за 3 штучки 500 рублей, блесенки, тоже разнообразный выбор. Так, ладно, отсюда мне надо точно уходить, чем мне скажет женщина, надоел свои рыбацкие, еще мужья, и приманка тоже, а вот показывает даже, как пользоваться всей этой фигней, забросы, блин, что только не продается сейчас, а? А катушка, как вам, за 9000 рублей? А вот за 10700. Ну вот как кресло, что ли, такое, 26 тысяч. А он электромоторы за 14 тысяч можно взять. Или за 17, что ли, да? И вот лодка за 20 с веслами. Как вам очки? Блин, 999 рублей. Смотрите, вроде бы прикольные такие. Или нет? Такие вот кроссовочки себе прикупил по 1000, даже не 999. Две пары причем взял. Ценник не пипец, просто в два раза вырос. Кто мне говорил, что цены не растут? Растут. Шо. О, кстати, о, мои кроссовки стоят. Йок-макарёк. Все, не буду комментировать это все. Ребята, у меня тоже есть водичка, вот такая дома валяется. Выглядит он точно так же. Вот сейчас такая стоимость 6500. Служи мне, мой рюкзачок верой и правдой. То есть многие ценники влетели реально в два раза.
Просто смотришь, и действительно прям странно. Это клеенчатая, то есть довольно-таки хорошая, все, не спорим, но 8,5 тысяч. Батюшки. Как это обидно просто, понимаешь, что штаны за бега стоят 2 800. Это вот такие вот леггинсы, что ли, будут, получается. Или такие, ну, короче, ладно. Пойдем курточку посмотрим, что-то мне на самом деле поплохело уже от цен, я в шоке. Отдельный вышел в районе, по-моему, 16, да, тысяч. Здесь вот хорошие гидрачи, в принципе, 9,999, но надо еще найти свой размер. И они, видите, такие цельные. А подождите, у меня тоже цельный, так что я вру. Единственное, что по толщине надо смотреть. Но в этом плане выбор тут как бы очень хороший. Можно такое что-то взять за 2000, это если не сильно холодно. 87,999, это у нас 3,2 миллиметра, нет, у меня толще. Вон 12,999, от 16,24 вода, то есть это тоже тоненький получается. Такие что ли по толще нету. Ну не знаю, надо вот прямо разбираться, приходить. На ребенка 3000 можно тоненький взять, летний. Надо будет, кстати, себе что-то летнее посмотреть для катания, купания. О, кстати, насос 999. В общем, набор действительно большой. Тут и сапы есть, вот каноэ, каяки. Вот такой бы я хотел, конечно, бы сесть куда-нибудь поплавать. Ну, сейчас ценники, конечно, просто сказочные. Смотришь на это все. В общем, был бы в Монапетровом магазине, в общем, никаких проблем, вопросов не было. Выбор просто бомба всего. Ну вот, я шорты брал про 300 рублей, честное слово. Может быть, это были со скидкой. То есть вот красные, которые вот такие же вот. Ну, прям цена сейчас 800. Да, тяжелое время наступает, прям резко подъехать. Хотя сейчас доллар вроде бы скинули, но ценники прям... космос, все поднялось, все поднялось. Это очень-очень грустно и печально. Хотя, слушайте, вот такие простенькие шлепанцы можно взять за 500 рублей, 47-48 размер. Че нет-то? Ну, честно, они мне прям впритык, даже вот 47-48 их размер. Можно посмотреть, есть больше-меньше. К сожалению, машина тоже на мне нашла 48-й, последние 47-е. А жаль, я бы купил бы прикольные шлепки. Прям полотенце чпок на тебя, и все, и ты в сухом. Если такой за 1400, блин, половину бы дешевле, я бы точно взял бы. Рюкзак вот, 4000, а, да. Ну, тоже прикольно, такое полотенце еще с капюшончиком. Чпок накинул сверху на 2300. О, здесь еще круче, слушайте. Прямо ручки можно спрятать на 3500. Вот такой бы, ах, вообще клевый на ощупь. Блин, крототень. Ну тоже с собой таскать на пляж. Но зато классно дело, все это в тепле. Нашел целую большую полку еще шлепанцев, но тоже 48-го нету. Жалко. То типа дайвинг, снорклинг. Такие вот ценники. 2,5. Ну это прям цельный купальник. Тут для мужчин тоже есть. Не подумайте, что я так просто важен. О, кстати, смотрите, можно резиновые взять за 500 рублей. Такие вот шлепки. Тоже неубиваемая тема. Не знаю, конечно, тут какого качества, но на меня размер, я думаю, что опять-таки не будет. Хотя размер наряд вроде бы за 47-48. У него так даже подписано. Но по факту одеваю, они мне маловастенькие шлепанцы. Поэтому хорошо, что у меня есть вот коралочки бы. Я все взял на 1300. Жалко. Но зато вот в таких есть вон еще... Хотя вот можно, да, светлый взять, 999, даже такие дешевле стоят. Прям лазить не хочу. Особенно летом. Ой, еще смотрите, клевые полотенчики. У меня вот такое есть, кстати, мне дарили. Правда, цену не вижу на них. Вот такое сейчас стоит 1400. Такое 1300, такое, прикиньте, 1300 рублей сейчас полотенце. Ну, у меня, по-моему, размер поменьше, чем... А может, я вру. Ну, то есть даже на полотенце цены поднялись. Вот, наверное, у меня вот такого-то размера. Но... Хотя я могу ошибаться. Такой 999 стоит. Халатики. Эх, мечта. 1300. Вот это, слушайте, вот это топовые халаты, а.
такой прям отдел, и все. 299, это вот с махром внутри. То есть будет, я думал, где халат себе хороший взять, с того прийти, такой с махром выйдет, такой взять. Но он прям тоненький. То есть у меня тяжелый халат, его неудобно из-за этого таскать. А здесь такой вот прям клевое. В общем, были бы деньги, выбор здесь просто бешеный. Чего хочешь, чего не хочешь, как говорится, все есть. Взять. Простецкие очки можно за 600 рублей для детей взять. Тут покруче. Зажимы для ушей, носа или для носа это. Для ушей. Для ушей должно быть затычка. Это что такое? Да. Практически водонепроницаемый. Что такое? Вроде кросс. Ну, то есть, типа, помазался и поплыл быстрее, что ли? Или вода тебе там не впитывается? Ну, в общем, 1799, вон самый... А нет, вот 2,5 есть даже. Так что зря так есть, все гораздо дороже. Мячики поиграть, снорклинг, маски, 2500, 2800. Ласты короткие, длинные. То есть, ну, выбор. Просто особенно морской тематики. Тапочки, видите, здесь чуть другого. То есть, сеточки. Там бывает, там полностью резиновые были. 700 рублей, 699, разные, клановые, грибковые, такие, блин, кусок пластика, чтобы грести, ребята, вы, блин, прикалываетесь, да, 2500, блин, как-то дорого грести с такой фигней. Вот такая вот шапочка, стоимость у нее 400 рублей. Думаю, может взять, чтобы вас не пугать. Но есть типа такого, как я там лазю. Тоже вообще за 249. Есть, чтобы ушами слышать. Не знаю, я наоборот, чтобы не попадал. Но это, наверное, для водяного... Да, вот видите, вот так одевается. То есть для водных видов спорта. Вот как олимпийка. 5500 стоит. Рядышком даже вот с клееночкой. Ну, тоже тонкая, как олимпийка, за 4000. Ценники поднялись, конечно, ахово. Весло, чтобы грести на доске, 9-10 тысяч. Но есть, конечно, по 5 тысяч весла. Йокинг-крокинг. Я думал, что сапы подешевле. 30 тысяч, 37, 40 тысяч. Размер, конечно, у них бомбовский. Вот так он собирается. Я в сапах, честно, не разбирался, что почем и что как вообще. Но есть прям такие, на которые спать можно. Клево. Прокат сапа 1000 рублей. Ну, продвинутый сап 60 тысяч. Фу, улетели. Зонтик, короче, ребята, стоил 1000 рублей. 999, вот он, пожалуйста, на 600 рублей подорожал. Ну, зонты мощные. Вот там-то такая же цена, только чтобы это была не детская, а на меня. Я бы купил себе маечков. Так что-то я хожу, честно, приехал с надеждой что-нибудь себе взять, и пока хожу с такой с разочарованием. Потому что вот мы подходим сюда, ну, блин, ну, такие же футболки, 1100, 1200. Ну вот, я вот такие брал майки, по-моему, даже по качеству, по 300, что ли, они стоили сейчас 700 рублей, вот он. Разница, ребятки, большому сожалению. То есть качество у них будет не такой прям вау, да, но цена... 699. Но у меня таких маяк есть. То есть смысла набирать, наверное, еще нету. Еще 500. Здесь там 5,46. Это 47 размер. Померить. Но мне, честно, обувь совсем не нужна, поэтому обувь не будем смотреть. Я в прошлый раз себе взял на дешевых кроссовок. Буду их донашивать, которые были тогда по 999. Но мне повезло. Две пары купил сверху. Даже я 4 пары обуви взял по 900 рублей. Стоимость того маленького велосипеда 35 999. Ну тут они все в такой ценовой категории. Тут какие-то прям вообще огромные, до 45 тысяч есть большущий. Рок-райдер, это ты понимаешь, что именно по скалам носиться. А вот он, пожалуйста, 140 тысяч рок-райдер. Эти стоят, это 150 тысяч. Все выше и выше. 69, такой чуть поменьше. Это такие лоховские. Ребята, допустим, такой 160 тысяч стоит. Я не знаю, конечно, почему. Но выглядит это прям прикольно. Но 160 тысяч. Смотри, сколько до подорожания такое стоило. Это чтобы прям по горам, наверное, лазить. А там вот маленьких тоже 60 тысяч самый дорогой. В общем, самокат вот такой детский можно взять за 5,690.
У 21 тысяча велик. В общем, выбор просто грандиозный. Ходишь, у меня глаза разбегаются, насколько это большой магазин, как оказалось. Снаружи у меня таким большим не казался. Единственное, что хотел себе какой-нибудь насос, чтобы качать колеса нормально, чтобы его можно было с собой возить, потому что мой насос развалился. Можно... В свое время не купил шлем за 1000 рублей, тебе самый дешевый 1200. Ну и не самого лучшего качества, конечно. Жалко. Надо пойти на лыжи посмотреть, то есть, потому что шлем мечтаю все-таки свой иметь. Обидно, конечно, что и маечки все подорожали, там по 300 рублей, вот такие вот брал, там уже 1300 стоят. То есть это баскетбол, волейбол, просто там ходишь, выбираешься, что тебе нравится. Обувь вот самая дешевая, 1999. О, хотя вот смотрите, это на детей, 599 можно взять маечку. В общем, одни расстройства. Всю жизнь мечтал все ролики иметь. Интересно, когда-нибудь сбудется моя мечта. На коньках почти стал. Единственное, что вот никогда не пробовал даже кататься на досках. Честно, прикольная тема или нет? 9000 такая доска вот стоит. Вот видите, тренируются ребята, сразу можно протестировать, то есть как на них кататься. Вот, кстати, тоже шлемофоны, вот такие вот стоили. Вот реально, то есть за 1000 рублей можно было взять. Сейчас дешевый сам он, 900, самый дешевый 2000. Шлем, а нет, хотел, смотрите, можно розовенький купить и быть самым выделяющимся, ну за 1500. Слушайте, может повезет, там где-то скидки будут. Сейчас нарою шлем дешевый. О, смотрите, 1100, это эсочка, мне надо размер гораздо больше, детский, короче, шлем. Никогда не думал, что эти доски такие дорогие, 14 тысяч доска стоит. Просто фантастик. Чтобы вы понимали, даже кеды уже 4000 стоят. Эх, ну конечки бы. Слушайте, ребята, я нашел 2XL. Я просто офигел, я не знаю, наврали что ли? Это явно не подходит, мне кажется, да? Даже на Машеньке, по-моему, получше курточка смотрится. Как вам вид со стороны? О, нашел еще 2XL курточку. Вот с такими с рукавашками. Что-то как-то она мне не очень заходит. Ничего. Что-то в этой коллекции какая-то все куртки как будто маленькие. Или я растолстел. Ну, та куртка XL. Напишите обязательно, как вам такой вид курточки. К большому сожалению, на меня нормальных цветов курток в принципе нету. Жалко. Значит, я поеду в свой. Ну, такой вот, допустим, серенькая есть точно размер. Вот такая вот мне еще нравится, прикольно смотрится. Смотрите, она черная, черная. Не люблю цвет. Голубой бы взял, размера нету. Вот серая есть размер. То есть так выбор, конечно, не велик. Кофеечку попьем. Маша пошла кофточку мерить. Пока. Мне, честно, вот понравилось, как на Маше сидела такая куртка. Она говорит, что она сильно яркая. Блин, если бы на меня вот такая была, я раздумаю бы взял. Она легенькая, классная. Не знаю, мне очень понравилось. Мне кажется, что Маше не зашло то, что она стоит в два раза дороже, чем та, которая сейчас зеленая меряется. Теперь я с кофе. Теперь мне еще лучше стало. Ваше здоровье. Ой, как хорошо. Нашелся шлем. Прям подходит, все классно. Но стоимость 7000 рублей. С моим количеством катания, мне кажется, я его никогда в жизни не оправдаю. То есть, если бы хотя бы раза два выезжал в год там, на покатушке, но я был в этом году, по-моему, сколько, два или три раза катался, то, мне кажется, он никогда не придется. То есть, даже если по 200 рублей, то 600 рублей я отдал за аренду шлема. То есть, 10 лет я его отбил. 10 лет быстро вот так пролетит. Смотрится он вот так вот. Потом буду смотреть, пожалею, оделся. И мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Как вам? Напишите обязательно потом, ребятки. Может, стоило взять. Так, даже если вы хотите что-то куда-то пострелять из лука, это здесь тоже есть. Стреляй, как говорится, не хочу. В общем, выбор просто бешеный. Тут еще спорт, ну и так, всякие разные. Там катание, можно взять в прокат ролики покататься.
Купил себе палатку, я, честно, даже не помню, как она выглядит. Она у меня тоже, по-моему, на четверых человек. И что-то, по-моему, вот типа такого. Я могу, конечно, ошибаться. А вот дома посмотреть. Или вот такая вот. Наверное, вот такая. Офигеть, тут вот клево прийти выбирать палатку, где тут можешь прям все их увидеть, какие они. Размерный ряд их. Точно не себя представляют. Блин, ну я, слушайте, я дом купил. Я не палатку, походу, купил. Я не думал, что она настолько большая. Все время, когда покупаешь, там думаешь, блин, чуть больше. В итоге получается вообще нереально больших размеров палаточки. Здесь такие вот чисто залез, положил. А там, получается, у меня тамбур есть. Я не могу вспомнить даже, как она выглядит особо. Но я думаю, что пора будет ее поехать поставить. Почему-то, мне кажется, вот такая вот у меня. Что туда, сюда сразу несколько человек и предбанник. Ну, это прям будет круто. Очень большая палатка. Надеюсь, что не вот такая, это прям огроменная. Надеюсь, что не такая. О! Машенька нашла красивую курточку. Ну, она, знаешь, Маш, я цвета бы тебе добавил. То есть побольше. Здесь вот прям вот в такую заходишь, целый дом. Одно место там. Одно место там. Вон матрасики к ним сразу продаются. И сиди себе, кайфуй. Слушай, вот реально надо. Мне прям интересно, что у меня за палатка. Если вот такая, то. Не, я думаю, что все-таки я вот такую брал себе. Что-то. Или вон ту, или вот эту. Ну, какая бы из них ни была. Мне кажется, и вот в этой прям можно стоять. Сидеть, то есть отдыхать. Место там. Как раз таки, наверное, для четверых спать ложиться. Предбанник такой большой, он застегивается. Я почему-то вот все-таки больше сношусь вот к этой палаточке, что у меня такая. Здесь тоже предбанничек закрывается. И туда, я думаю, еще не мог взять я вот себе вот такую большую. Круто. Ну, вот такой тоже тема классная. Ну, то есть поставил где-нибудь на берегу моря, сели, отдыхай не хочу. Закрыл дверки, спи не хочу. В общем, нас ждет в этом году 100% куда-нибудь выезд с палаточкой. Даже с собой раскладушки люди берут. То есть выбор просто грандиозный. Всего, чего только может понадобиться, и не только понадобится для отдыха. Я бы, конечно, хотел бы найти себе какой-нибудь еще, так это как-то правильно назвать, примус, что ли, чтобы кушать, готовить. Надо посмотреть. Тут выбор прям большущий. Ну, как выбрать, что мне надо. Термосы. Вообще все. То есть можно даже плиту купить, ребят. Плита газовая для туриста. 3000 стоит такая. И там вообще прям готовить на природе все, что хочешь и не хочешь. Разные мисочки для приготовления. Это же мисочки, как, наверное, наборы посуды. Ну, смотрите, на Машу мерим. Покрутись чуть-чуть. Такая вот черненькая курточка. Угу. И покажи нам оранжевую. Вот. Мне кажется, это вообще просто пушка смотрится. 999 стоило 13 999, сейчас за 11 999. В общем, Маша пускай думает, либо ту, либо эту. Такой цвет, ну блин, вот вообще ничего, честно, из мужского мне реально не заходит чисто по цвету. То есть, вроде бы выбор есть, вроде бы неплохой. Вот был бы у меня такой вот выбор оранжевый, я бы даже не задумывался бы, взял бы, потому что люблю яркие цвета. Прикольно, в принципе, куртки, но, о, за 2000, ну, это вообще даже не куртка, это, ну, как олимпийка, что-то, о, даже сеточка просвечивается в кармане. Эх, жизнь моя жестянка, на некоторых вещах вообще даже ценника нету. Вот, вроде бы, ничего так, но, не, это большевато, видите, висит, то есть это 2XL, то есть 2XL у меня большая куртка. Ну, вот цвет, я не знаю, мне хочется яркого, яркого. Я не могу зимой, у нас, когда особенно все серо, вот за чего такого. Ладно, сейчас найду быстренько 1XL. Прям. Опять-таки, вот это уже хорошо сидит, это XL, курточка с кофтой, то есть все классно, но цвет какой-то глюмый, я не могу понять. Вот у Маши вот это оранжевое, бери, Маша, не думай, вот, понимаешь, вот оно очень круто смотрится. Здесь, ну, не знаю, ну, мне кажется, вид вообще, ну, какой-то серый мышь. То есть, хотя вроде бы бордо, такие цвета, знаете, модные. Пишите, кстати, какая вам понравилась больше. Уже за
17 тысяч, она, по-моему, тут самая дорогая вообще, которая есть. Не знаю, почему столько стоит. Она, кстати, сразу очень тяжелая. Слушайте, ну смотрится, по-моему, вообще клево, да? Из всех, которые одеваю, по-моему, самая прикольная, не? Excel-ка вроде бы. Ну, можно, допустим, попробовать L-ку. Мне кажется, она такая должна быть, то есть, ну, в ней сразу жарко стало. Единственное, она прям, ну, очень тяжелая. Ну, вот это L. То есть, L, если с кофтой, то вообще прям в обтяг. Хотя рукава по длине нормальные, то есть, все отлично. Это, ну, я кто-то слишком много ел. То есть, XL большая, хотя, в принципе, смотрится неплохо, да? Мне кажется, если она в обтяг, то... Растянется. Думаешь, потолстее, а ты меня планируешь кормить еще больше? Ну, если похудеть, то будет нормально. Если не похудеть, то уже в нее не влезешь. Я... Пишите, ребят, как вы думаете? К сожалению, вот такой вид куртки только 2XL, либо L. L на меня прям в обтяжку, 2XL прям плащ-палатка. Она очень тоненькая, вот это очень легкая куртка. Прикольно, конечно. Интересно, насколько она теплая. Но по факту очень жалко, что нет размера опять-таки. В Юре не везет в этом году. Ой. И что с этим делать и как бороться? Маша еще одну решила померить, но мне, честно, вот этот цвет не особо нравится. Вот он, пожалуйста. Еще один вариант. Ну, что-то, мне кажется, будет холодновато. Но опять-таки, мне вот нету яркости. Вот хоть убей, я приехал, вот я люблю яркие, сочные, мощные. Ну, не в этом году, значит, останусь пока с теми куртками, ребят. Жалко, конечно, жалко. Полки 499, 399. Вот она, классика висит. Разнообразный выбор. Вот, труселя за 399. Вот такая вот красота. Вот еще футболочка только 199. Ну просто такие, знаете, как бы не спортивного, не синтетика специально для влагоотведения. Потому что влагоотведение теперь стоит все выше 1000. Дешевле будет 1000. Я, честно, сегодня ничего не нашел. Это прям... А, не, подождите, я нашел, ну, там те, которые самые бюджетные были. Ну, в общем, уже ночь, дорогие друзья. И мы только выходим с Декатлона. Офигеть, да? Вот так вот мы закупились. Ладно, спокойной ночи, приятных всем сновидений и хороших мироощущений. С вами был Юрий Азаровский и Маша Уня. Кстати, мы купили черную куртку. Оранжевая куртка за 12 тысяч, а черная, вот точно такая же, только черный цвет, за 6999. Вот так вот. Я спрашиваю, нельзя ту взять по той цене? Я сказал, нет, не вариант. Спасибо, Декатлон. Жалко, что... Нет куртки на меня. Я посмотрел, кстати, коллекцию. В этом году вообще ярких таких цветов, как у меня, в принципе, не было. Вон та единственная оранжевая. И, собственно, и все.